Доброе утро, друзья. Сегодня на завтрак мы будем готовить рулеты. Рулеты у нас будут со слабосоленой семгой. И вот такое интересное хлебобулочное изделие мы сегодня взяли. Оно не русское традиционно, а армянское. Мы взяли лаваш. Завтрак у нас сегодня будет действительно очень быстрый. Все ингредиенты у нас готовы. Нам останется только сформировать блюдо. Мясо семги очень быстро усваивается организмом и является прекрасным источником белка. Сочетание продуктов, как семга, укроп, огурец и творожный сыр, практически идеально, как и кухня Julian Overs в вашей квартире. Поэтому предлагаю вам немедленно отправляться в мебельный центр магии и приобрести себе такую кухню. Огурец мы режем небольшими брусочками, продолговатыми. Укроп мелко шинкуем. И все ингредиенты готовы. На лаваш ложкой размажем сыр. Далее выложим семгу. Теперь брусочки огурцов. Кстати, в таких видах рыб, как семга, лосось, форель, содержится очень полезные жиры. Если вы следите за своим питанием и здоровым питанием, то я думаю, это отличный вариант даже для завтрака. А еще мясо семги снимает напряжение, улучшает настроение и сохраняет ваше здоровье. И теперь необходимо сделать рулет. Простыми движениями мы все это скручиваем. Итак, вот рулет получился. Для любителей немножко, может быть, горячего чего-то можно еще обжарить с двух сторон на сковороде. Но, в принципе, это полноценное блюдо, которым вы можете позавтракать со своими родными. Так что заваривайте чай, может быть, кто-то любит кофе. Нам осталось его только разрезать и подать. Ну, а если у вас есть какие-то другие интересные рецепты или, может быть, способы приготовления семги, обязательно участвуйте в конкурсе, который проводит сеть супермаркетов «Амби и Квартал» с 15 ноября по 23 декабря. Присылайте свои рецепты, а подробности узнайте на сайте. Итак, разрезаем рулет небольшими кусочками. Такое отличное сочетание цветов и вкусов у нас получилось. Нам осталось только выложить и подать. А я желаю вам хорошего дня и приятного аппетита. Для приготовления рулетов с семгой вам потребуется 1 упаковка семги, творожный сыр, огурец, лаваш и укроп.